школе номер 2 города Находка торжественно открылся модульный спортивный зал. Теперь ученики смогут с комфортом заниматься физической культурой и в дополнительных секциях, в числе которых карате киокусинкай. Это очень радостное событие для города. Построен зал в рамках проекта, направленного на здоровье детей, на то, чтобы дети росли патриотами, были спортсменами, крепким духом. У нас проект реализовывается по федеральной субсидии, это президентская субсидия Минвосток-развития, при поддержке Минвосток-развития. Это проект Хаид Валидовича. Огромное вам спасибо, что вы город Находку избрали именно в первых, из числа первых городов, которые начали реализовывать эту программу. Общая площадь постройки составляет 480 квадратных метров, 280 из которых сам спортивный зал. В модульный комплекс входят спортзал, тренерская, раздевалки, душевые кабины, санузлы, помещения для хранения спортинвентаря и технические помещения. Зал полностью укомплектован современным оборудованием для занятий физкультурой и другими видами спорта. На базе этой школы проходят уроки физкультуры, потому что именно этой школы номер 2 не хватало спортивного зала, это просто физически здесь никогда не было. Теперь у нас есть зал, и в неурочное время, в качестве доп. Образования, здесь у нас идет реализация проекта «Киокусинкай в школу». Цель проекта «Киокусинкай в школу» – создать все необходимые условия для занятий физкультурой и спортом учащихся школ. Именно поэтому модульные спортивные залы возводятся в тех школах, где ограничены условия для занятий физическим воспитанием. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.